10 самых больших морей в мире. На Земле насчитывается около 90 морей, которые имеют разный размер и глубину. Какое самое большое море в мире? Сегодня я приведу топ-10 и расскажу, где находятся эти моря. Привет, с вами Евгений, и это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Самое большое море в мире – Саргассово. Море – это часть мирового океана, которая обособлена сушей или возвышениями подводного рельефа. Саргассово море расположено в Атлантическом океане, является единственным морем, у которого нет берегов. А границы определяются четырьмя течениями. За счет этого его площадь постоянно меняется, но оно примерно в 12 раз больше, чем Франция. Это самое большое по площади море. Свое название «Самое большое море» получило за то, что в нем находится по разным оценкам от 4 до 11 миллионов тонн плавучей бурой водоросли – саргассы. Считается, что в том числе из-за нее здесь часто пропадают корабли. Они просто увязают и не могут двигаться дальше. Вторая причина – редкие ветра, которые не дают парусным судам покинуть пределы моря. Самое большое море в России – это Берингово море. Его площадь составляет 2,3 миллиона квадратных километров, что больше территории Саудовской Аравии. Берингово море является самым глубоким морем в России. Максимальная глубина по разным оценкам составляет около 4,5 тысяч метров. То есть, если бы вулкан Ключевская сопка оказался на дне, море покрыло бы его почти полностью. Это самое большое и глубокое море в нашей стране. А также самое северное среди дальневосточных морей. Оно разделяет Евразию и Америку и впадает в Тихий океан. Самое глубокое море в мире – Филиппинское. Расположено в Тихом океане около Филиппинского архипелага. Оно является вторым по величине морем в мире. Филиппинское море превышает территорию Египта более чем в 5 раз. А еще это самое глубокое море в мире. Здесь находится Марианская впадина, максимальная глубина которой составляет более 11 тысяч метров ниже уровня моря. К сравнению, это в 2 раза превышает высоту стратовулкана Казбек. Какие еще моря самые большие? Мы продолжаем наш рейтинг. Коралловое море. Его площадь 4,7 миллионов квадратных километров. Оно лежит между берегов Австралии, Новой Гвинеи и Новой Каледонии и впадает в Тихий океан. Максимальная глубина составляет 9140 метров. И если бы на дне оказался Эверест, он скрылся бы под водой полностью. Площадь Кораллового моря больше Алжира в 2 раза. И оно занимает 3-е место в топ-10 самых больших. Свое название море получило благодаря обилию коралловых рифов и атоллов. Здесь же расположен большой барьерный риф, который настолько огромен, что его можно увидеть из космоса. Аравийское море. Его площадь 3,8 миллионов квадратных километров. Аравийское море находится на севере Индийского океана и по площади превышает Таиланд в 7,5 раз. Максимальная глубина составляет 2400 метров. То есть водой накрыло бы самые высокие вершины Уральских гор. Температура воды Аравийского моря круглый год колеблется в пределах плюс 22-29 градусов по Цельсию. С июня по сентябрь купаться запрещено, так как в это время на регион обрушивается сезон дождей, и волны в море особенно высокие. Южно-Китайское море. Его площадь 3,5 миллионов квадратных километров. Впадает в Тихий океан, омывая берега Юго-Восточной Азии. По площади больше Турции в 4,5 раза, а максимальная глубина составляет 5,5 тысяч метров, что можно сравнить с высотой горы Арарат. Большинство месяцев в году на поверхности моря наблюдаются лишь небольшие волнения, но зимой под воздействием муссонов высота волн достигает 7 метров. Море Фиджи. Его площадь составляет 3,177 миллионов квадратных километров. Расположена на юго-западе Тихого океана и ограничена островами Фиджи на севере, Кермадек на востоке, Новой Зеландией и Тасманским морем на юге, Коралловым морем на западе. Максимальная глубина, по разным данным, приблизительно около 7,5 тысяч метров, что превышает самую высокую гору в России Эльбрус.
По площади море Фиджи можно сравнить с Индией. Кстати, 180-й меридиан, где меняются даты, пересекают именно море Фиджи. Жители острова, который расположен в его водах, одними из первых встречают новый день. Море Уэдела. Его площадь 2,9 миллионов квадратных километров. Названо в честь британского мореплавателя и первооткрывателя Джеймса Уэдела. Сам Уэдел дал морю имя короля Георга IV, которым его иногда называют и сейчас. Находится у берегов Западной Антарктиды и является окраинным моря Южного океана. Площадь моря можно сравнить с территорией, которую занимает Аргентина, а максимальная глубина 6820 метров, превышает высоту Уральских гор примерно в 3 раза. Карибское море. Его площадь 2,7 миллионов квадратных километров. Относится к бассейну Атлантического океана. С запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой. С севера и востока большими и малыми Антильскими островами. По величине Карибское море чуть больше Казахстана, а его максимальная глубина составляет 7686 метров. Это как если бы на дне оказалась горная система Тянь-Шань. Свое название Карибское море получило в честь коренных жителей региона – индейцев Карибов. Средиземное море. Его площадь 2,5 миллиона квадратных километров. С Атлантическим океаном Средиземное море соединяет Гибралтарский пролив, а окружает его Южная Европа, Северная Африка и Ближний Восток. Оно омывает большее количество стран, чем какое-либо другое море в мире. 21 страна имеет выход к Средиземному морю. Площадь Средиземного моря превышает Перу примерно в 2 раза. Максимальная глубина составляет 5121 метр. То есть Алтайские горы ушли бы под воду полностью. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!